Окей. выпуливать. Возвращаюсь сюда и также танчишь. Она вот периодически взлетная и наземная. Это все для танка. Понял. Так, Сейчас я сделаю для ДД. фичер. Для ДД. Смотрите, милики, мы там пару раз ударим босса и выбегаем к этим ДДшникам. Здесь разольется лужа вокруг босса. В ней никто не должен стоять. Там где-то через секунд 30 на трех игроков кинется метки. Там может быть РДДшник и мильки. Но если на мильках будет, это хорошо. Потому что когда на вас кинется метка, вы можете идти и бить босса. Пока на вас нет метки, милик не бьет босса. Поэтому этот босс приоритетный для РДД. Так. Вот эти как раз на вас появятся эти метки. Этих игроков надо будет контролить. Так. Так, один первого, которого мы будем выбивать, но я буду анонсить во время боя, кого мы первого выбиваем. Он прибегает на край лужи, даже не на край лужи, из лужи выбегает вот сюда. Когда она взлетает именно. Выбегает из лужи, остальные все, вот двое законтроленные. На этот, вот где сейчас, где печенька бегает, вот здесь будет край лужи. Вы здесь стоите. Так, одного контролит лог. Но я тоже во время боя проношу, кого лох. Будет вперять его. Потом второму я дам покаяние. Если покаяние спадет, Элим дашь ему эту лягушку. Потом нам надо будет сбить контроль. Контроль сбивается точно. Короче, там никаких не ауешек, потому что вы можете убить игрока. Никакие там доты не вешайте его там, которые до хера урона наносят, там большой периодический урон. И это экзекьютка, когда идет, там не прожимайте там молот гнева, там еще там есть. Короче, чтобы его не ваншотнуть. Там точно надо выбить. Как только с тебя, вот, например, законтроленный, с тебя снимет контроль, тебе быстро надо выбежать с лужи. Потому что если ты не выбежишь, под тобой появится лужа, из которой выходят скелеты. Тебя тоже может убить эта лужа. Ну и все. И так периодически это наш приоритет на взлетке — это снять контроль, залить скелетов. Со второго снять контроль, залить скелетов. И с третьего снять контроль, залить скелетов. Потом она приземляется и продолжается первая фаза. Ничего сложного нету. Если будет хороший ДПС, у нее всего две взлетки будет. Напомнил там, где танчить? Да. Ну все, вот здесь начинаешь танчить. Ну, короче, увидишь ее модельку, когда она начнет опускаться. Короче, напротив нее вставай и все. Так, во время боя скажу, кто первый, кого с первым снимаем контроль, чтобы он не был в луже. А то у нас были пулы такие, он в луже стоит, мы с него снимаем контроль и убиваем. Так, потом второй прибежит к нам, он будет что-то там кастовать, ему косты надо будет сбивать, или тоже, чтобы его не разбили в луже. Ну все, вроде. Сейчас добы это чек на присутствие. Так, Элим, все готовы, так. Вот где сова стоит, все можете, это РДДшники, там стоять. Вызывайте. И хилы там тоже стоите все. Вызывайте, у кого там? Она также летит, как в обычке. Увидишь, она моделька, как когда будет приземляться. Хант на пулиш на очковую. Окей. Вот так, как она стоит, так и танчишь. Все. Давай побьем сейчас, милики, пару. Ой, блин, не бейте пока. Чуть-чуть доверни ее, чтобы хвоста не было. Все, стой, так. Честно. Дальше отойдите. Все. Милики убежали сюда, ближе к сове, ближе все к сове идите. Сейчас увидите, лужа здоровая будет. Вот лужа. Из лужи выйдете. Ждем метки. Так. Тут жесткий урон идет, так что танка оверхильте.
Так, костер это не то. Сейчас когда дыханием. Сожжение, прожмись. Пожалуйста. Так. На следующее сожжение приз дашь ему этот. Через 20 секунд сожжение будет. Дашь ему это. Ну, зубы дашь на очкового. Бляха. Давай инстинкт дам, он потом зубы прожмет, если что. Ну, инстинкт дашь, или что там? Где метки? Метки, дайте нам метки. Даже я не прожму. Миш? Нихуя, под инстинктом был. Инстинкт дал? Да. Короче, зубы надо давать. 93 косаря шотнуло, охренеть. Короче, это инстинкт не помогает ничего. Короче, помогает ключ первое, потом зубы, и на третий я даю это. Сейчас еще компас поставлю. Красную цифру. Одну я, одну ты. Нет, там всего три. Ну, потом две взлетаем. Нахуй видим одновременно. А метки были сейчас, что-то даже не заметил? Да. Да, они только появились, и танк упал в этом же момент. А, ё-моё. Короче, смотри. Там три сожжения. Первое сожжение бьет меньше, чем второе и третье. Потому что оно в конце, когда пронесет тебе урод, оно вешает дебаф. Вот, под дебафом второе и третье сожжение бьют больше всего. Все сейвы надо на второе и третье. На первое можно дать этот, как он называется? Ну, не, я говорю ключ. Ключ он хватает ему ключа. Дринки. Вот. Короче, на первое ты отдаешь ключ и компас дам. Ну да, там и ДЦ даст тебе щиток. Этого хватит. А вот на второе и третье тебе надо сейвы готовить. Допустим, на второе ты дубовую не прожимай. Этот с пула отдал. На второе ты оставь дубовую и инстинкты. И рарник, допустим, закинет тебе каплю. А на третье кинет инсика. Массакру, каплю, и ДЦ даст тебе зубы на третье. И так, да, так, да. Вот, так и надо, потому что, ну, сейвы неправильно распределили. Первое, оно меньше бьет. Там 90 тысяч под сапро, там он режется до 60 там. И ключ. Я не знаю, хватало и зубов на второе. Просто по бабл это длан жертвенности, это весь урон в меня же уйдет. Сейчас, я так понимаю, зубов не было. Да. Не сдавал. Весь часть урона уйдет в себя, поэтому удачи. Я говорю на второе сожжение зубов. Ой, это да, зубов хватает. Ну сейчас узнаем, хватает или не хватает. Не хватает, я же бил. Я просто танчил. У меня это было. Как вы, блядь? Ну ты убивал, был... у тебя из-за чего. Да, меня убивало, не убивало из-за талантов. Забыл. Смотрите, давайте заново. Первое, ты отдаешь ключ, и ДЦ тебе дает щиток. На второе сожжение ты нажимаешь этот дубовую кожу, и и рарник тебе дает каплю. Максим, ты прожимаешь в это время? На вторую? С дубовой. Что у нас валяется, Хант? Вставай. И можешь и инстинкты на второе отдать. А на третье уже тебе дадут зубы и инсика даст каплю и массакру. Даже можно без капли, просто массакру и зубы. Их этого хватит. А мне хватит на первое? Комбаса хватит на первое сожжение? Да. А ты же выжил. Ты через... С первого прошло, ты выжил. Нет, так я без компаса беру. Ты же без компаса был? Ну вот, это же... вот нажмешь компас. Угу. Это вот, третий... Там видишь, увидишь, она кастует сожжение, там долгий каст. Я вижу, да, вижу. Даже в ДБМе там есть, через сколько будет. Хант, вставай, а что-то. Можно косноят вешать? Ну, типа, на ее сожжение. Можно косноязычие вешать? Не знаю, попробуйте. Нет, ничего там не работает это. Хант отошел на пару минут, сказал. Срочно, он потом что-то. Косноязычие будешь вешать там, либо вот... Тут у нас законтроленный будет там, либо лог. А, не лог, сам на себя не повешать. Либо на сову, либо на элема. Найти. Да их проще, в принципе, вырубить, чтобы полежали. Или она тикает, косноязычек. Урон идет от него? Не идет. Ну, не должен. Ты можешь, Арни, каплю либо с баблом, либо с этим дать, либо с просто... Не, 50, я 50. Каплю с баблом буду давать. Попробуй просто каплю дать.
Ага, иди ты нафиг. Не, ну сколько она вносит твоим сожжением? Сожжение, 50 тысяч урона. И дополнительно не. Сотку, она вносит сотку. Значит, 20% у тебя всего двадцатка влетит, ты выживешь. Я сейчас забыл про эту, про Элуну. А этот бабл не мешает мне. Короче, ханта не будет, он там, у него день рождения у жены, это самое, ну, давайте пулять без него. Бля, без напула это тяжко будет. Ну ничего страшного. Скелеты по рейду будут бегать. Не бить их просто. Без напула, без одного ДДХи, ты чё? Ничего страшного, просто не бить. Сразу и всё. И чё посмотреть, чё как будет. Запускайте. В любом случае, наш, когда никуда не денется, его никому не отдадут, это уже хорошо. Я помню, что ли, то? Как у тебя спиздили, когда? И у меня. Да там у 8 человек, как бы. А собрались, бьем. Ну, сейчас секунд. 10 можете побить, милики. 5 секунд. Не сорви, Мар. Не бейте. Все, убежали, 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 убежали. Хант умер. Хант отошел. Но он умер. Он мертвый был, он не вставал. Сожжение 5 секунд. Короче, ключ прожмешь на сожжение. Ключ. Да. Что там, когда следующее? Сейчас сразу будет. Ну, дубовый инстинкт и сразу. Угу. Так. Ебать. Зашли метки. Ебать, под каплями столько урона прошло. Это же вабли был. Не должен был. Короче, короче. Кто под контролем? Так, кто у нас под контролем? Конечно, Войт. Когда зуб отдать. Войт, отдай это, бля. Звездопад отдай. Я это крылья отдаю. Готовь зубы. Давай. Да блять. Чуть-чуть пораньше. Ну, блин, как КД кидал уже. Ну, короче, КД был. КД, я сейчас на третью фазу как был КД? С этим. С ключом, с луной и с дубовой. Третье сожжение. Ну вот, а надо, что? Надо зубы. Не, просто он зубы не кинул. Да, чуть пораньше надо было, потому что у меня как КД шло. Нормально? По ДПС нормально? Вот такое. Да все нормально. Все убивается там. Есть починиться? Да, я еще поставлю. Не, ну просто мы сбили этой женщине с крыльями. Мы сейчас ей сбили 4 ляма. Так вот, вопрос, это нормально? Типа, мы сможем закрыть? Конечно. Ну окей. Она еще не взлетала, еще бить и бить ее. У нее вообще берса есть? Нет. Честно? Честно. Ты смотри там на полоску каста, сожжение называется, и давай зубы в каст. Их 3 всего лишь. Я ему про нож. Прям на ней ману летает. Ужас. У нас били ловис раз, два, три. Три человека пока били. Ну да. Да. Вот поэтому и без ханта так неприятненько. Да потому что 3 милика. Ну да, я и говорю, тут милики вообще не нужны. Одного берут всего. Все. Давайте кихнем всех миликов и найдем РДД. А двух берут милика. О, короче, берут... Одного со спеком как в танка и второго. Ну, давайте всех кикнем. Есть какая-то рыба?
Да, еще. Ну, Хант, наверное, не придет, да? Да, Хант здесь, он периодически просто со столом гости, блядь, у меня гости, блядь, полдня собираются. Я уже думал, блядь, у нас мероприятие, все закончится, нихуя, ебать. Ебаные гости, пидорасы, блядь. Заебали, сказали, к одному времени, блядь, прийти, блядь, они, ебать, мы задерживаемся, мы опаздываем, блядь, пиздец, блядь, нахуй. Да похуй, играй в Warcraft, нахуй этих людей. А шаман зайдет? Шаман чей вообще? Да, я бы с радостью, только что я своей скажу, блядь, иди нахуй, дорогая, ебать, нахуй не мешай, я устраиваю, блядь. Ну, сам же все знаешь. Нас девять человек в Дискорде, наверное, шаман ушел. Он писал, что ли? А может, у него там... Может, он вылетел, да-да, возможно. Иди с гостям. А шаман чей? Он с кем? Он не чей, он пук, по-моему. А, пук, понятно. Yeah. Так не посмотрели на погибель нормально. А что, опять РО? Нам шаман по-любому нужен. Зачем он нужен? Геру, что ли? Рось. Да, Геру. Да не, мы до взлетки не доживаем. А если доживем, то что потом? Тут Гера не нужна. Тут надо просто выживать и все. Ну таких нету, кому чтоб взять, чтоб пофиг было на КД. Ну да. Такого не найдешь. Поэтому я пытался собрать. Кто знает тактики так проще, блин. Копыта убивали бы. Вообще ужас нахуй. Че, некого добрать, да? Ну, а кто пойдет? Ну, да. Я вам так скажу, сидеть смысла тоже нету, давайте бить. Ну, ты думаешь, мы убьем без двух людей? Без двух. Ну, так у нас все 9 человек тут. У нас нет команды, и этот хан периодически отходит. Ты сейчас отходишь? Я пока на месте, я когда отойду, я сразу предупрежу. Так, чип, давай попробуем пульнуть. Хоть до фазы, до второй дойдем. Посмотрите, что это такое. Вы ставили, да, уже? Кикни его. Нет. Этого шмана. Можешь убрать? А если его вниз убрать? Ничего не поменяется? Ну, не знаю, ну убери. Поменялось что-нибудь? Нет. Или у тебя этот воду? Отношение к этой воду. Суке никак не поменяется. Тут не офигеть, тут все изи. Эрпал, чё? А, не, холипал, чё с тобой? Да чё, я готов. Ленту листаю. Запускаю. Короче, первая фаза это танковская фаза. Вторая фаза это нам убивать скелетов. Тут косты кикать не надо. И выбивать игроков. Игрокам. Да, игрокам. Игрокам косты сбивать, чтобы они вас там не убили. Отошли, милики. Лужа. Ты это, гарник, простой экзорцизм. Не знаю. Да не, я танка хилю еще. А, окей. Сейчас сожжение будет. Скоро. Сожжение, кстати. Ну, тоже пробило нормально.
По зубы заносите пораньше. Воду, зукля. Им вар. Все прожимки отдайте, там воду. Звездопад, зукля, крылья отдай. И вар, 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 фир отдай. Дай зубы. Давай зубы. Сдам. Вот сейчас вы можете дамажить. Ну хил, он хил, выжил. Хил, хил. Ну хильте вы что, выжил? Чё кричите? Хильте. Который выжил. Все бурсты отдали свои там, сывы, бурсты. Который... Отражение заклинаний, вар отдай. Бабл отдай, зукля. Какой-то вешает дебаф. Так, Вуду, Вуду, выходи вперед. Вуду, 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 выйди. Все. Сейчас мустан там. На остальных контрольте. Зуклю фир. Мальфисенте лягушку. Так, Вуду бьем. Потихоньку Вуду бьем. Вуду, Вуду, Вуду бьем. Ой, Вуду, блять, Войда. Так, у меня сейчас откатится. Ну, по мне фира не было. По вару фир. Стоп, стоп, посови, стоп, посови. Хил, 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 Сабу. А хили кто будет? А, Зукля, ты чё? А чё ты не отдал крылья, Зукла? Так они откатышились, я же с пула давал. Да, по мне контроля вообще никого не было. Вот в чём дело. Я же говорил, крылья сдаются только если ты, это, законтролен. А мне эфир не отдавали. Ни эфир, ничего. У меня на мне только стан паловский был, и всё. Всё остальное я бил-бегал. Бля, нас паладин ваншот. Все нормально, дошли, и нас игроки поубивали. Свои же. Ну, нашли поедателей, которых сейчас кикать будем. А как сбивается контроль? Дамагом? Дамагом сбивается. Вот Вуду взбили, ну, он вышел с лужи, но его не отхилили. О, Вуду. Ой, блядь, Вуду, блядь. Ой, да, сука, я вижу В. И последнее У. Я подхилил, просто меня... Короче, Войда, Войда. Войда, мы сбили ему контроль. Он вышел с лужды, но его не отхилили. А, потому что Холи Пала убили. Поэтому его не отхилили. Ресайте. Так, сколько мы оставили? 10 лямов, да, осталось? Да какие 10? У нее было 19 или 18. Откуда ты это взял? Ой, бля, не 10 это. Не, половину мы же сняли ему. 50%. Что-то я даже не обратил, сколько у нее было. Какой мы не сняли, процентов 20 стоит, не больше. 67% залез. 67%? Да. Когда он взлетала? Не, ну вот на момент, то есть написано, ночная погибель закончилась, а спустя 2 минуты 67%. А, 67%, бля, до хера. Закончился спустя 2 минуты. Идеально, чтобы... Ну, это ДПС нужен, там, 50%, чтобы было. Ну, это самое идеальное. Да. А так... Ну, а так... Это его, допустим, ДПС. А так 65% нормально для нашего. Давайте доберем кого-нибудь. Ну, я не знаю, кто пойдет. А, может, пойдет, может, за печеньки кто-то и пойдет. Ну... Чисто напиши на погибель и все. Дальше смысла я особого не вижу без шама и так далее. Просто убьем погибель, разролим печеньку и разойдем. А че без шамана? Почему смысла нет? Нам на шаман нужен на этого, на ласта. Вообще-то. Как минимум на всех боссов, где надо... И принципиально где... какой-то Д нужен. Ребят. Че? Не принципиально какой ДД нужен, похеру. Ну, в идеале РДД. Ну, РДДшник. Какой ты собрался брать? Леню? Виктора. А, Витю. После нового РДД убьем и разойдемся. А сейчас я его приглашу. Этот ДСшник, ты как хилишь Мишку на сожжении? А? Сейчас лог зайдет. Он зашел, заходит. Повысил силы щит, обновление.
Вот так вот. Смотри. Я еще кидаю этот на него. Сейчас скажу. Бастаину кидаешь? Короче, когда кастуются сожжения, ты вот увидел, каст начался, ты кидаешь щиток, чтобы он его автоатакой не сбил. И сразу начинаешь кастовать исповедь. И все, вот так нормально будет. Что, ты постоянно юзаешь ДЦ? Гастрина у шамана. И чё? Да, юзаю, все юзаю, блядь. И быстрину, ёпту, и инпу. Я нашел ханта, ханта брать? Или, а, уже лока добрали. А он тактику, тактики знает? Если расскажете, все сделает ровно. А, это дополнительный контроль, нормально. И дополнительная смерть для рейда. Одновременно. МД скинуть, Игорь? Я скинул. Кидай, конечно. Нет, не кидай, мы злые. Так. И это, с пула не жмите, никакие там, не бурсты. Бурсты сдаются именно, когда появляются три метки. Вот тогда бурстите. У вас не должно остаться ничего, что можете носить урон. Да. Пухи же можно снимать, да? Кого? Перед взлеткой пуху снять, чтобы меньше дамажить. Да. Перед взлеткой ДБМ, если у тебя есть, он сам тебе снимет пух. Привет, ребят. Если. Привет. Здравствуй. Да. Но если есть ДБМ, короче, без ДБМ я не знаю, как вы играете. Ну, два лока будет, двоих ферять, и нормально будет третьего выводить. Все, запускайте, что. Видели, когда, там если я скажу, кто вот выходит из лужи, когда она взлетает, и мы того выбиваем, остальные двое на противоположную сторону перебегают, чтобы их быстрее законтролить, чтобы они не убили нас. Так, готовность проверить. Лок, ты будешь ферять, когда босс залетит. Три человека возьмет в контроль, одного мы будем выводить. А чё, не готов? Ты будешь Викторка ферять одного, и Меймён будет ферять другого. Скажут, а мы без этих, без еды, без ничего там. Похуярим. Так. Инсика. Пол, что ли? Тебе скажут ник, кого ферять. Ты будешь ферять человека. Страх нажимать. Все, больше ничего не надо. И бить мобов, когда скажут. Я готов. Запускаю. Танк понял, что ему делать на первой фазе. Так, все. Так что, милики, вы с пула там не бурстите ничего. Можете там пару тычек ударить там что. Чтоб прок там 3 не прошел, еще что-нибудь. Так. Нет, не бейте пока, на пул уйдет тоже. Все, бьем, пошли бить. Через секунды 2-3. Все, убежали, милики. Хильте, хильте, танка хилить надо. Хильте, хильте. Ключ прожмешь через сожжение. Сожжение, ключ. Бля, до хера все равно урона. Ну это не ключ, поэтому похуй. Полипал белый, бей этой желтой, бьешь, да, джагой? По боссу. Периодически. Бля, а как он выжил? Зубы сейчас отдавать, да? А если про нож, то когда?
Метки так вышли, да? Кого будешь выводить? Давай зубы. Равник. Все нормально, так. Так, у кого там? Зукля, Зукля, давай. Крылья, баблы. Малицефис, кто это такой? Блядь, что-то, блядь. А, тоже там. Фи, это фир отдай. Отдай отражение заклинаний. Так, хант, ханту что там? Кого, отдай... кого выводим первого? Вилки, я уже все, я уже отдал. Вилки, вилки отдал. Все, это ханта мы будем выбивать. Зуклю контролит имя Мён. Вара контролит второй лог. Иди сюда, куда ты убежал? Зачем вы фирите ханта? Ой, блин. Вы что не видите? Ханта мы выбиваем. Потихоньку бейте. Один удар там, один, только не... И выбегай сразу, хант. Хант, выбегай. Хил-хил ханта. Так, выходят скелеты, танк. На пул, угу. На танка скелетов. Бьем скелетов. А фирить, фирить, да, фирить постоянно. Там стан, стан можно дать, если... Это... Тут поднять его вихря. Там завихряете там. Давай. Бьем скелетов. Следующего убиваем. Так, так, так. Вон Пал бегает. Бьем, бьем скелетов, бьем скелет. Вара, законтрольте, вара, законтрольте. Так, бьем, бьем Пала. Вот, Зуклю. Меньше урон. Меньше урон. Выйди, выйди, выйди. Так, скелета. Бьем. Я так, бегу на пол, обратно, на пол, опять контроль. Так, ему надо... Стан ему надо дать. Сейчас второго выйдете, второго выбить. А? Ребята, отлужи, выходи отойдите. Сразу, сразу, выходи, сразу, сразу, выходи. Все, все, все скелеты, новые скелеты выходят. Отойдите от лужи за собой, нахуй вы возле нее стоите, вас не прохилить так. Так, ведь иди сюда вот. Да, вот сюда, вот сюда. Блять, вы отойдете от лужи от синей или нет, нахуй? Вы слышите русский язык, блять? Отойдите к сове, блять, от лужи, когда после человека лужа появилась. Так, Холи Пал, дай это, гнев. Все, танчи, танчи, босса, босса, танчи. Бля, скелетов до хера. Выбили. Ничего, убьем скелет. Скелетов бьем. РТД возле босса бьет, милики возле здесь бьют. Милики ушли. Так, скелетов, приоритет скелетов. Сейчас будет сожжение на хильте, хильте, хильте. Так, милик пусть валяется. Хильте. Сожжение. Так. Так, на второе сожжение дам каплю и 50 на 50. Сожжение сейчас будет. О, все, рарник отхилить, все. Так, надо будет. А кто у нас там? Это чуть даже не увидел. Хант, ты и я. Так, я отдаю крылья, ты отдаешь звездопад, хант дает это. Короче, приоритетом надо будет снять с ханта, потому что он на пол отдает. Спасибо. Я зубы дал. Хил, хил, хил. Имя имен Войда будешь ферять, Виктор Рарника будешь ферять пока, да? Да, да. Хант, выйдешь из лужи, когда она взлетать будет. Туда к рейду подойдешь. Окей. Когда с человека вывели, с него лужа появилась. От нее отбегите на 20 метров, нахуй, потому что вы лутаете дамаг, блядь, если вы не заметили. Так, мы пошли с Войдом. Очковый, уходи отсюда. Ханта там потихоньку, потихоньку бейте. Так, рарника, контрольте. Ебать, я бы побежал к вам. Контрольте, рарник. Вперед, лужу уйдите туда, в конец края, туда. Не где босса танчили, туда убить, уйдите.
Вы бьете возле лужи. Понятно, он убрал. Потом Вайда будете выбивать. Уберите, блядь, Вайда. Я не могу даже быша покрутить, я просто тупо убью его. Контроль, контроль. Сейчас ральник прибежит хуярить. Вайда, вы там сбиваете их контролем? Или они скелетов не убили еще? Сначала скелетов лучше убейте, чтобы проблем не было. Бля, ну, чё? Рарник нажал бабл. Да хуй с ним, с этим баблом. Ну, как бы бегает, хуярит, рейд. Главное, что хуй шот. Меня кто-то ударил. Это был паладин. Я его убил имя Мёна. Да, поэтому что босс не там. Ну, я сейчас крылья прожму и пиздец. Да не, это уже там двое упали, трое. Некому убивать скелетов. Такая БР есть, я думаю, еще не раздавали. Не-не-не-не-не-не. Короче, не надо ее танчить, не надо танчить возле лужи. Так я что, скелетов можешь на расстоянии, вот. Вот, видишь, скелеты пошли. Ну все, там кидайте дела. Вот, прям, вот, видишь, вот здесь прям вот за 20 метров можно танчить. Вот там выбили, и вот здесь танчишь. Тут контролите, и все. Ничего сложного нет. Сейчас садится она. А за контрольных, блядь, мы по одному выводим, да? Да, да, по одному. Если вы всех убьете, у нас видишь, у нас скелетов сколько, мы не убили скелетов. Если мы всех убьем, то что? Выйдут 18 скелетов, и босс сразу сядет, как только последний контрольный выведется из контроля. А, надо, короче, одного вывести, убить скелетов, потом вывести. Сначала надо вывести человека, потом под ним появится лужа. От этой лужи отбежать на 20 метров. И там танчить скелетов 6 штук. А скелеты выходят из лужи, 6 штук. От лужи надо стоять на 20 вот, метров. Ну нахуй, Режек прокнул, ебаный стыд. А как вы прожили две фазы? Рандомно, блядь. И хил охуел, даже ДЦ охуел, ёпта. И это надо бы там, если высыхаете, хули-палу, надо скричи там, дайте мне. Поднимите лока, дам масрез. Пусть локи тех, кого не контролят, фокус возьмут, потому что фир спадает, они этого не видят, и люди стоят, бьют рейд. С меня, короче, сняли контроль, меня Холи Пал ударил джагой. И либо, ну да, вот, тот ретрик валялся, меня Холи Пал сбил с меня. Очень контроль. Сложно, например, если законтроленных мобов танчить или законтроленные бегать в мели, то есть я, ну, невозможно дамажить, то есть не получится вообще, я даже не могу кнопку нажать, то есть я в любом случае выбиваю сразу же. Ну так, может, перед контролем метки будут выбегать за спину рейду далеко, чтобы танк танчил мобов вот вдали. А, метки и так убегают далеко. Есть еще можно купить эти зельки, которые там надо на сколько, на минуту тебе навести. Да не придумывайте ничего, ну че вы. Не, ничего не надо. Мы прожили две фазы, просто вы все делали нормально, потом что-то у нас упал ретрик и все, урона не хватило по скелетам. Вару упал тоже. Дайте рыбу, да. Ну, поедим, да, да, рыбу дайте, сейчас нормально должно быть. У меня нет рыбы. Все вроде все поняли. Носить. Все от вас зависит. Танк понял все, что делать. Все. Пошли туда, к треугольнику. Че вы тут стоите? Да, сюда пошлите. Вон где танк танчит. Это просто он там, она присела.
Все готовы? Нет, нет. Не пуля. Маны нет. Кого? У меня. Че, рыбы не было, да? Не, нет, нет, не было. Зеленую можно рыбу поставить здесь. Можно. Если есть, я говорю. А мне показалось, если есть. А можно, в принципе, за рыбой сбегать? Нет. Не надо. Нет? Так убью. Все, восстановил мало? Да. Все, ставлю. Все, полетела она. На пол нужно танка. Пару раз ударить. Хил, танка, чё вы? Все, отбежали, милики? Там лужа сейчас, вот, видишь? Сожжение через 10 секунд. На следующий я зубы сдаю, да? Будете выбивать. Так, вот. Зуклю будете выбивать. Потом Вадикона, потом Рарника. Короче, Зуклю отдавай крылья. Вадикона. О, блять, какой Вадикон, блин? Буду, блять. Буду. Войда, блядь, заебали. Это сова, на В Вадикон. Не мешайся, Войд. Тебя уже как только не дозвал. Короче, с Войда вторым, перво Зуклю, потом Войда, потом меня. Так, баблы, крылья, все отдать надо. Хил, танка, вы что, не спите? Так, побежали. Войд сюда. Да, выбежи, Зукля, выбежи, служи. Все. Меняем имен. Второй. Сову. Сопротивление. Глушение. Я, блядь, встаю в стане, хил. Надо было баф снять от темной магии защиту. А чё она? А, ну да. Сука. Тоже верно. А агрессивного кто убил? Я от солнца падал, упал от совиного. И все. Они прохиливали, и потом солнцепад ебанул. Короче, сову первого надо убивать. Я так понял. Все, сову первого убиваем. Войтова первого. Это палов можно. Прохилиться? А, мертвый, понял. Защита от темной магии надо будет снимать. Я отошел, ребят. Кто с метками будет? Кто отошел? Хан, что ли? Мое. Блять. Поэтому я в Каргера не хожу. Я, как ты прочитаешь так быстро ники? Я не могу так быстро прочитать ники.
Книжку надо читать. Вот, вот. Чё? Как ты быстро так книги прочитаешь? Когда рейдишь? Да не знаю. Я тоже, бывает, ошибаюсь. Да, надо выводить своего первого. Не, ну окей. Пират, Эклипсы 2. Но это человек, который с тобой уже долгое время вместе ходит. И так далее. Про кого? Про меня, что ли? Ну... Вудитон. Ой, Вуду. Это вообще, это прекрасно. Ханта давай. А Хант ушел же. Ну... Имеет смысл тратить без Ханта. Ну сейчас нормально мы урона, там что-то 59% было или 58%. Ну, да. Три взлетки, это точно. А вот у меня вопрос. Вот она взлетела. Ее можно же в этом состоянии бить? Нет. Нет, нет, нет. В смысле нет? Я ее бил в этом состоянии, я в нее джагу кидал и все. Нормально было. Тебе приоритета убить скелетов, а не... Куда там бить? Выбить игрока, убить скелетов. Выбить скелетов, убить игрока, понял. Да, нормально. И кто там у нас был? И Букля, ты умер. А как он умер? Букля, то есть. Ну, меня выбили, на мне висели доты от разных классов. И один тик лужи, я умер. Доты да, вообще тоже. Не надо бить. Доты это плохо, доты это зло. Че, бьем без Ханта? Не. Давайте один трай, да я пойду. Да, давайте. Ну, давайте. Может Ханта на один трай заманим? Я бы лучше Груймаги Гер сходил, чем эту кару ебаную. Ну тоже верно. Не, ну карту тоже надо закрывать. Не, кару надо закрывать не вот так, не таким рейдом, который играет спонтанно. Нет. Просто видишь, мы обучаемся. А такими... Я хотел сейчас собрать, чтобы никому ничего не говорить. Ну так, сказать там пару слов, чтобы выбежал вот там, кого первого зазвали. Они именно всю тактику. Такие, чтобы которых не было, которые не были здесь, таких не брать. Да, нашли же прям хорошо. Вот этот трек, когда мы вторую пи-фазу выжили. Ну чё, погнали тогда. А лок у нас еще вышел. Я нажал нет по той простой причине, что я предлагал ждать Ханта. Без нет. А он может не вернуться. Не, он вернется, смысл не вернется. Он сказал, я отойду. Я здесь, решайте сами, полетели. Давайте просто потравим. Если ничего не выйдет, то просто разойдемся. Если на пула нет, там можно просто не бить. Вначале. Дать агро набрать. Если на пул нет, можно просто сделать серво. И прочие советы. Без напула рейды проходят спокойно. Просто надо смотреть в омон, не срывать агро. Ничего смотреть. В этом сложного нету. Мне кажется, лучше смотреть в оба. Че, не? ДКшникам тут, конечно, кайфово. Зеленку отдал, пофиг на дыхание. Ну, нет. Вообще у ДКшников куча сейвов, он, по-моему, вообще в соло может ее продержать, сам прожимаясь. Да не, хилить надо один хуй. Не-не, там надо будет сдавать, по-любому. Ну, чё, типа, у него есть ключ, у него есть зелень, у него есть ледяная вот эта херота. И так далее. Зеленый без зубов он умирал у нас танк, ДКшник. Так а чё это за механика с метками? Типа, если метка кидается, ты по умели идешь или чё?
Если метка кидается, встаешь в лужу. Лужа там есть такая. И там ты получаешь баф, увеличивающий твой исходящий урон. Вот и вся механика. Зато после, когда босс взлетает, ты в контроль попадаешь. А хилов же в лужу, в контроль не берет, да? Нет, только на ДД кидается. Как играет, понимает? Ну, по урону, наверное. Ну, то есть давайте никто, да, может, не будет, никого в контроль не возьмет. Ну, там по хилу еще смотрят. Давайте, никто хилить не будет, никого не возьмет. Да ты такой умный, блядь. Ну, новые тактики самое время придумывать. Через 5 минут не приходит Ро. Давайте без него потравим. А нет. Как там без него? На пулю вон, выключаем. 11 тысяч ДПС тоже неохота терять. Ну. Так, а рыску ходили сегодня? Я не сегодня, на неделе. Мне туда нельзя. Четверг будем проходки делать людям. Так что. Вот понимаете, почему миликов сюда не берут в кару? Да, потому что милики — это грубые неотесанные мужланы. Погибель и этот сам Мелчазар, они так противны нам, не нужны там милики, короче. Только урона хилит, полутаешь. И не дамажишь, ничего не делаешь, блин. И ноль толку от тебя. Давайте в РС-ку тогда сходим. Не, РС-ку надо было раньше. А что раньше? А сейчас что, поздно, что ли? Войт уходит. У тебя же рейд, да, Войт? Ну, про 25-ку? Ну да. Да. Не, ну, можно и 10. Можете собрать, типа, но если у людей кто проходки есть. Ну там как бы резко он несложный инст. Его вон даже в 16 человек закрывали. Там самое главное, чтобы танк понимал, как крутить во тьме. Чтобы люди стояли сбоку от босса. Там ничего сложного нет. Да, чтобы их не порезал этим лезвием. Перебегать от метеора тоже там. Звук включил в игре. Босс сказал небесование, побежал, блядь, все. За локоть не наш. Ну, на следующем КД начнем ходить. Я вообще десятки не люблю, если вот так в них ходить. Дохуя, да, это вообще. У тебя время впустую летает просто. Да. Чтоб десятку ходить, надо, блядь, реально, как ты говоришь, чтоб все там знали. Не, ну если обучаться, это, конечно, хорошо, но нужен сетап хороший. Нужно не ФК. Ну я вот, видишь, я когда вот сидел, где вот эти две десятки, я кого? ХМ никому, кроме печенья, ничего не надо. Вот кару ХМ я прошел, за сколько мог, за час... Час 40 мы прошли тогда. Там были все знали. Потом ЦЛК 10 гер пошел вот на вот этом ХД. Мы тоже за час 30 дошли до этого, до Синдры. Там на Синдре 3 часа.
Все, давайте, я вас распускаю. Пошлите. Чилить кто куда. Ладно, всем спасибо за рейд. Спасибо. Ну, мы могли ее убить.